Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Cat Quest. Ну что, погнали? Сундук. Это сундук. Два сундука. Открыть. Тык. Доспехи. Нихера себе, сразу до 35-го апнулись. Окей. Меч. Кинжал ниндзя, херовый. Да, статы улучшила, но все же. Так, тихо, будем сражаться сразу же. Вот так. Ах ты тварь. Вот зараза. Почти убил меня. Но мне хватит этих монстров, чтобы восполниться, я надеюсь. Опыт. Давай, кто же будет? Тихо, нет, я заберу лучше этот опыт, мало ли. Мало опыта. Ну, если что, у меня вдруг есть броня. Ты. Так, убит. Дайте мне левел ап. Левел ап. Левел ап. Это левел ап. Блин. Ай, золотой сундук. Ух. Ну, против тебя я тактику. Тактику. Ничего не происходит. Давай вернемся наружу. Сейчас пропадет эта херь. А, все-таки урон нанес. Блин, золотой сундук. Если что. Я теперь знаю, где находится золотой ключик. Ой, что-то у меня опять это странное чувство. Мяу. И ключик находится на одном острове. Не там, где, как вы видели, остров сам похож как на ключ, а в другом месте. И там есть доска объявления. И на той доске объявления есть задание. Золотой ключ. И вот туда мы отправимся сегодня с вами тоже. Обнаружен Давакод. Запускаю запись 3345. Драконья война окончена, но проблема с Алиусом продолжается. Алиусом. Да, Давакоты набрали слишком большую силу, а Алиус, он не хочет избавляться от своих тварей. Вы что, охерели, блять, котов убивать? Вы дурные? Алиус, предатель, я знаю, что ему нужно. Он планирует использовать свои Давакотов, чтобы захватить власть. Ну что, на чем договоримся? Нужно открыть проход в нулевое измерение. Этот Алиус, он из великих древних, а в этом я в этом уверен. Так, это он создал Давакотов. Хо-хо, не бери в голову, скоро все разрешится. Вперед к новым свершениям. Хо-хо-хо-хо. Как будто Дед Мороз. Полетели к новым свершениям. Так, ну пока что летим ровно, норма. Хех. Через запретные зоны. Опа. Кстати, смотри, тут какая-то надпись. Оно забивается. Род Давакотов также пошел от великих древних. Историки пока не дали ответа и, возможно, никогда не узнают. Это великие древние, рука, броня. Руины, мини-островки, роуницы. А ты сечешь, хо-хо. Руины великих древних. 50 уровень. Так, готово. Ну, ману я восполнил. Если вдруг что.
Тварь. Это он мне ударом, интересно? Но я не хочу проверять. Да. Загорите. Так, а это будет, наверное, изяб, я думаю. Ох ты ж, ё-моё. Ай-яй-яй. Нет, это не будет сливом. Нет. Не в мою смену. Так, ты ж... грёбаная... тварюшка. Так, нет, это будет левел ап. Готово. Да, здесь много монстров. Отстаж ты от меня. Левел ап. Иди левел ап. Что же у нас внутри? Это шлемак. Кольчужный шлем. Он лучше моих предыдущих вещей. Готово. Да, за ту хрень, типа... не знаю даже, что это... как эту херь назвать? Ой, блин, а, только магии. Много дают. За вот это, типа, мертвых драконов или что-то, типа, где сфера. Готово. Уносим лапы быстро. А, приготовься, сейчас будет новая запись. Новая запись. У меня лол хп. Обнаружен, давай код, запись 4729. Дракот. Элиус. Элиуса предали. Они заперли его в нулевом измерении. Как нам его спасти? Сила. Нам нужно больше силы. А может ты? Ты уже достаточно силен. То есть Дракот, он тоже Давакот? Это последняя запись. Хо-хоу. Большой Лай передал тебе несколько светящихся кристаллов. Драконы из... драконьи осколки. За эти ты можешь и сюда и пришли. За этим мы сюда и пришли. Отнеси эти кошелатки, она изготовит для тебя особое оружие. Удачи вам обоим. Хо-хо-хо. Так, кошелатка где-то в той стороне, да? Блин, нет. Не угадал, здесь этот. Наш кошачий друг водоходец. Не, ну согласитесь, так перемещаться намного быстрее. Привет, котятки мои. Чем я могу помочь вам сегодня? Нам нужно оружие, чтобы спасти сестру моего напарника. Вы даете драконьи осколки Коши. Драконьи осколки? Уго, парни, где вы их раздобыли? О, я такое могу сделать с ними! Котятки мои, приходите позже, ладно? Заберите свое замечательное оружие. Вот теперь мы готовы спасать твою сестру. Похоже, тут нам придется расстаться. Мне будет очень тебе не хватать. Но не волнуйся, я все равно продолжу за тобой приглядывать. Ведь духи-хранители для этого и нужны. Привет, котятки мои. Все готово. Можете приходить и забирать. Приходить. Ну как вам это? Драконоборец. Выглядит охуенно. Минус 30 хп? Плохо. Минус броня будет, потому что у меня. Ну, хп, урон, весь порежется. Имей в виду, его еще можно не раз улучшить.
Если вас это заинтересует, я повешу задание на городскую доску. Задание выполнено. Ну что, напарник, отправляемся к ледяной лапе. Но это будет финальная же, да, битва? Но я думаю, нам нужно сначала слетать, как я и сказал, за ключиком. Походим в пещеры. Открываем эти пещеры. Так, я правильно лечу? Правильно. От разрушенной лодки. Золотой ключ. Заметьте. Уровень задания первый. То есть, как, а как я мог бы сюда попасть с первым уровнем? Хочешь узнать, как открыть эти золотые коробки? Золотые коробки. Побежали! Я хочу золотые коробки. Эй, селянин, а как нам открыть золотые коробки? Для этого нужен золотой ключ. Мы обронили его в пещере к югу отсюда. Случайно или нет, это только нам известно. Да, мы просто хотели сделать подлянку, игру тебе. Вот и все. И не называй нас селянинами. Это пошло. Удачи, катаны. Нам вам... она вам понадобится. Чмоки. Ну, это же задание для первого уровня, верно? Хе? 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 Отсыки. Что-то мне это не нравится, ребят. Плюс, вы видели, да, типа... это подлянка для игрока. Поскольку мы точно не знаем, где лежит ключ, придется зачистить всю пещеру. Пещера первого уровня. Ну, погнали. По 10 опыта дают. Это, ребята, сильно. Так, так, так. А, найс, я не пробиваю. Найс, я не пробиваю. Сундук пробил. Здесь у него сам монеток. Я их проверять не хочу, потому что это долгая задержка их не атаки, мне пугает. Тут типа задержка долгая, а потом как урона бац. Так. Шапка следопыта. Большой золотой сундук. Ну, это типа босса будет. О! 999 урона. Это точно задание для первого. Нихера себе. Неожиданно. Неожиданно. Неожиданно, неожиданно. Так, поспать я могу? Сохранюсь перед вот этим диалогом. 999 урона. Поскольку это точно мы не знаем, погнали. Но я знаю, что урона они много дают. Но мне тоже дают неплохо, знаете. А, все, значит, сундук открыл, сундук пропал. Ух. Готово. Сундук открыл. И... палка. Ну, давай, сундучок. Так, у этого еще дольше задержка атаки. Вы находите золотой ключ. Вот он. Наконец-то! Ну, по 999 монет, значит, если у мелких был урон 999, то этого, скорее всего, 9999, как... ну, как вариант. Мы нашли его. Ого, неплохо. Давайте его сюда. Что? Нам нельзя его оставить себе? А, вы готовы умереть за это? Тогда нам придется подраться с катаной. Вы серьезно?
Ар? Да шутим мы, шутим. Не нужны нам золотые ключи, мы просто взломаем эти коробки. Отличная работа, катаны. Чмок-чмок. Идите и откройте все эти золотые коробки. Чао. Джеттл Бро. Джеттл Бро. 40-й уровень. Изи ап на 2 уровня. Так, что окей по броне этой? Джеттл Бро. Блин, хорошая шмотка, если серьезно. Бля, у меня же хп много. О, Джеттл Бро 9, ну, улучшает все остальное. Давайте возьмем. Типа, я потрачу только 5 хп, можно сказать. Я от 5 хп избавляюсь, но мне дается урон. Я джентльмен теперь. Что по шапкам? По шапкам все херня. Вот это я хороший, вижу брони много. Мечи. Вот этот хороший. Огненный. Он, считай, почти то же самое, что и наш, только немного лучше будет. Давайте его оденем. Да, он даже лучше этого. Ладно, полетели к золотым сундукам. Как раз первый золотой сундук же и в той пещере. Только я нигде не видел золотых сундуков стоять. О. Тихо. Я не буду больше драться повторно с вами. Ха. Вот золотой сундук. Коробка доспех. Минус 82 хп. 60 брони! Ебать. Ну, я ж трачу минус 82 хп, алло. Ну, в принципе, такое. Специфическое. Ладно, полетели далее. Мы сейчас с вами набираемся сил. Поэтому я летаю. Ищу все, что можно найти. Статуя, смотри, тут какая-то надпись. Говорят, что все чудовища родом с этого острова. А некоторые говорят, что их и создали великие древние. Так, в принципе, можно очистить пещеры. Так, стоять. А. Вон, магическая моя лавочка. Последняя сфера. Мурсерк придает вам сил. Изучает навык Мурсерка. Это хорошее, типа берсерк. Ага. Что? Мурсерк, 50% урона. Я думаю, это будет жестко. На все деньги прокачу его. Бэйн. Мурсерка. Прокачана полностью мурсерка. Дэйнг. Да-да-да-да-да. Вы о чем? Улучшение моего же урона. Это жесть. Окей, окей, окей. 500 золотых мне надо. Сколько улучшает? 90 урона процентов. То есть, если я огнем так дохера наношу, то еще буду дохера наносить. Так, стопэ. Давайте вернемся сначала на город, где мы все начинали. И поищем золотые сундуки, потому что я помню пещеры, которые были там золотыми сундуками. Да? Они же были. Эй. Да, вон одну вижу. Вторую вижу. Ладно, полетели сначала там, где мы были. Оп. Блин. Ваншотим, ваншотим врагов. Ага. Идеально. Окей, открывай. Шипастый шлем. Минус 20 урона магии, но 32 урона физического. Физического у нас урона, в принципе, и так хватает. Мне лучше магический, потому что в основном он большой профит дает мне в сражениях.
Типа побил, отошел и магию заюзал. Так, следующее, где? Вон, пещера сразу рядышком. Слетать еще в ту, которая была сзади. Бандитская пещера. Так, только нужно теперь найти этот золотой сундук. Где же находится? Нашел. Значит, я пошел правильным путем. Молот. Львиный шлем? Это шлем? Это ж молот. Алло. Камон, это молот. 30 урона. Когда смотришь на стату. Ну блин, минус 17 хп, ну до хера урона. Львиные. А ну-ка. Раз. Давайте возьмем его. Урона больше. ХП, ладно, 700. 16 хп на 30 урона поменять, это в принципе норма. Плюс мы почти не получаем урон, потому что каждый получен нам урон, это, считай, ваншот по нам. Так, ладно, полетели. Ага, задание сестры, точнее, я же выполнил. Эх ты. Ха-ха-ха-ха. Так, быстро-быстро делаем все. Где сундук? По-моему, внизу был, да? Около тебя. А, пока буду так юзать. То скорее всего это. Не магический урон. Меч рубаки. То скорее, ребят, не магический урон. То скорее всего этот. Наша мана. А, ну тем более, алло. Я завищу. Ну как, завищу. На мне все держится как бы на магических атаках в основном, поэтому... Ну, выбирать не приходится, конечно, мана. Так. Так, не в ту сторону пошел. Здесь золотой сундук, вот он тут. Готово. Давай. Плащ дворянина. Ну, если посмотреть, так, в принципе, годные падают шмотки у нас. Всякие, не, как бы, ну, как, не мощные, а уникальные. Так, не открытые пещеры, Так, мы, значит, летим сейчас самый туда. Здесь задание взять нужно будет. Можно улучшить меч, в принципе. Задание. Фамильные доспехи. Нихера себе. Нихера себе. Сказал я себе. Так, золотой сундук сразу. Ага. Мне даже делают дорожку из опыта. И еще одни доспехи. Шипастые доспехи. Но они не лучше моих, но там брони много. Поэтому фиг его знает. Ладно, тогда поехали по этим заданиям. Драконопоклонники. В смысле? Тут же только что был... Окей. Блин, я даже, ребят, не знаю, что делать. Много всего. Давайте, ладно, я сейчас полетаю, да, и мы исследуем с вами полностью карту. И я пока посмотрю, что можно быть. Слуга котобогов, это уж слишком тяжелый для меня будет. Так, золотой. Еще один. Только где сам золотой сундук? А вот это мне уже стало интересно. Где сам золотой сундук? Я его не вижу. Может, вы его видите? Может, он здесь? Блин, оно недолго действует.
очищена. Где золотой сундук? Нет, я отсюда, ребят, не уйду, пока я не найду свой золотой сундук. И главное, что его и отсюда я его не вижу. Либо он где-то здесь, наверху там может где-то. Маловероятно. За плитой тоже его нету. Вот это странно. Странно, непонятно. Фиг его знает. Давайте с этой стороны еще посмотрю. Ну, здесь есть золотой сундук. Но здесь летать нельзя. Опа, я вижу. Или то камень необычный, или то остров. Что за херь? Почему это было? Зачем показывать, что тут где-то есть... Оп. Блин, показалось. Ах, черт, аж из два. Мы обманули. Хотя было показано, что здесь есть золотой сундук. Вот, сундук, видите? Где? Где сундук? Нету сундука. Алло. Ой, обманщики, обманщики. Так, окей. Здесь тоже сундук есть. Здесь, ладно, я понабиваю себе это. Раза. Ну, отличие от тех, что были, не очень наносит много. Поэтому ладно, нормально. Сундук был где-то снизу, да? Поэтому я думаю, лишние битвы мне не нужны. Вон он, сундук. Готово. А, он у меня ходит теперь задом. Класс. Коробка шлем. Ну, я вступал в какой-то скрипт сломал, потому что он у меня ходил жопой. Готово. Все, можно идти на выход, так как я нашел сундук. Итак, эти равнины. Не руины. 70, ну блин, видно, что ур... Блин, слишком... 40-й, блин, ну высокого уровня. Так, 15-й, поехали. Пока что смотрим, что есть. Блин, к Диму нужно будет сходить тоже. Ну там уже как бы финал считается. Блин, зачем с ними драться? Просто поперекатываюсь. А... Поперекатывался, проверяй. Готово. Еще один доспехи латексные. Доспехи чемпион нам дают. Сейчас глазки протру. Окей, полетели тогда. А что с пещерой? 50 уровень. Еще сокровища нужно найти. Где бы они не лежали. Здесь тоже сокровища, пойдемте. Ну это... Ой, я уже и нашел их. Ваншот, изи. Блин, зачем мне с вами драться, я просто пройду. Готово. Золотой сундук. Еще один доспехи.
броня самурая. Минус 60 маны. Ути, типа, дерись только руками, серьезно. Ну это не очень. Это минус геймплей. О, здесь задание по... До свидания. Ледяная лапа. Пора с этим заканчивать. Она вас ждет. Ну ха-ха-ха. Драконья пустота. Что? Что-то приближается. Окей, уйду от этих. Миу, куда делась твоя сестра? Ох ты ж, ё-моё, ты видел, сколько там было? Сразу три дракона. А? Похоже, твоя сестра пошла внутрь. Мрм-мрм. Готов на пауэрник. Назад пути нет. Нет, я еще не готов. Рано, еще рано, очень рано. Ну это понятно, что драконья пустота это уже все, это финальная игра. То есть мы заканчиваем тогда всю игру. Но еще столько неизведанно, еще столько досок объявлений с уникальными заданиями, которые почти не повторяются, в скобочках, почти. Нулевой уровень. Серьезно? Ладно. Окей. А что еще я могу найти здесь? Было сказано где-то сокровище в этой стороне. Я не вижу. Я ни хера не вижу. Нету сокровищ. Ладно, давайте, короче, приедем в ближайший город. Сохранимся. И закончим. Если что, в принципе, могу посмотреть, если вы хотите только. В интернете. Либо можно поискать своими силами эту херь. Но я думаю, в интернете будет быстрее найти сокровища, потому что там какие-то не очень подсказки. Но белый и светлый это типа вот это район. Ладно, короче, давай сохранимся и закончим. Готово. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых приключений. И мяу. Всем пока.